ждать. Брат Обаль. Да. Как скоро создадим Новороссию? Как только они Козлову выгонят. Через две недели мы будем. Она уже вообще есть. Бомб, как нормальные мужики, как все. За мир. Нормальные мужики воюют. За мир, во всем мире. Прошли, теперь пускай они там почувствуют. Теперь мы им ответочку дадим. Они уже в шоке. А мы рано или поздно все равно приедем все домой. И будем отдыхать дома. А мы в Киев приедем, задницы их надерем на немецкий крест. Какой Киев? Во Львив приедем. Граждане львовцы. Нет, Петя, не мы хотели... Чекайте нас, чекайте нас. Мы хотели этой войны. Мы хотим жить дома. Скажи, нехай они чекают нас. На своей земле. На нашей уже земле. Скоро будем. Ждите, суки, ждите. Мы своим агаистикам еще в Донецке. Вот скажи, вот нахуй ему на посту нужен 7,62, я а? Не знаю. С правдым прикладом. Они охуели. Так ты видел, все чистые, все красиво одеты. Посмотри на мой вид. Да все уже работают, ё-моё. Освободите.
домах должны жить свободные. Здесь будет моя квартира. Здесь не должны жить. Это, Серега, будет наша квартира. Которые заработали деньги, паразитируя в офисах, в банках, продавая свою страну. Здесь должны жить труженики, созидатели. Эти дома будут национализированы и отданы созидателям. А кто, как Ахметов, не согласен, тот столкнется с любым нашим бойцом, у которого в руках оружие, и который очень хорошо знает, что такое война, в отличие от криминальных ублюдков, умеющих только терроризировать мирное население. Автомойка там вся хуйня, шиномонтаж, там и агенты, да все мое, стеклорезка, ФС. Эх, родной райончик. Вот хорошая картинка. Так должно быть. Не мажоры на джипах, не криминалы Ахметова и Саши Януковича и прочего. А наши ребята, труженики, соседатели, воины. Донецк, свободный Донецк, свободная Новороссия, свободный от олигархов, свободный от капиталистов, свободный от сатанистов, нацистов. Покажи здание олигарха. А вот он, эта гостиница, украденная Ахметову, будет возвращена народу. Ha ha ha.